Здравствуйте, приветствую вас на своем канале Носова. Как я и обещала, у нас с вами начинаются новогодние мастер-классы. В сегодняшнем видео мы с вами будем делать красивую повязочку для маленькой модницы. Ее можно использовать как и на утренники, так и для повседневного ношения, так и для каких-либо праздников. Эту резиночку я сделала в зелено-красных оттеночках. Она у меня такая вот рождественская, очень красивая. За фоамиран я хотела бы поблагодарить магазин «Фантазия рук» и Юлию Кожевину. В сегодняшнем видео мы с вами будем делать точно такую же повязочку, только в других оттеночках. Нам с вами понадобятся вот такие вот шаблончики розового и белого цвета. У меня их нету, поэтому я просто нашла их в интернете. Ихний размер 6 сантиметров, 1,5 сантиметра и 4 сантиметра. В общем-то, вы так же само можете просто прописать в гугле шаблоны для бантиков из фоамирана, и вам все найдется. И вот такая вот заготовочка популярная. Она у меня. На 1 сантиметр. И на 8 сантиметров. Бантик у нас получается совсем небольшой. Если вы хотите сделать бантик большего размера, естественно, шаблончики вам нужно вырезать большего размера. Я приложила альбомный лист к экрану своего ноутбука и обвела. И затем вырезала. Нам с вами понадобится вот такой вот белый клиттерный фоамиран. Ложим его с другой стороны к себе. Берем маленькие ножнички и обводим. Нам с вами понадобится только половинка. Для того, чтобы они были одинаковые, я приложу вот эту часть, которую я вырезала. Сзади добавить вот такой вот глиттерный фатин, а ширина его 6 сантиметров. Берем нитку с иголкой и начинаем прошивать наш фатин.
получается, теперь, чтобы он не сыпался, я спрыгну его лаком для волос. Повязочка у нас с нами получилась. Я очень надеюсь на то, что она вам понравилась, и вы обязательно повторите ее по моему мастер-классу. Ну а с вами была я, Носова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю вам хорошего настроения, творческих успехов, вдохновения, ведь оно так нужно нам, мастерицам. Всем пока-пока!